он не скуксился после пропущенного мяча. Ну, а Рая Вальякану играл в три защитника. И довольно большая группа игроков была в середине поля. Но вот этот кулак в середине поля совершенно не работал. Через него проходила практически любая передача. И моментов у ворот Рая Вальякана возникало очень много. Но здесь Рубена расстреливает уже Рукавина, который подключился к атаке по правому флангу. Здорово его нашел Амар этой передачей.